на ремонте вот такой стабилизатор напряжения форта, модель ACDR 10QA, но получается мощность 10 тысяч вольт-ампер, это около 8 киловатт. Если кто не знает, это не есть 10 киловатт, это ориентировочно около 8 киловатт. Но суть в чем, что человек принес на ремонт, потому что даже при 200 вольтах на обходящем напряжении у него на выходном 180. То есть получается, что он не только не повышает, а понижает. И говорит, что это, ну, проблема. А у него напряжение часто бывает 180, и тогда выходная напруга, ну, выходное напряжение вообще в красной зоне подсвечивается не зеленым, а красным, и ниже 180-170, а должно быть 220, то есть он должен повышать, если пониженное напряжение. Поэтому был принесен, и что необходимо сделать, будем разбираться. Для этого необходимо открутить винты по периметру, здесь с одной стороны и с другой. Я уже открутил, и снимаем вот в эту сторону, можно снять крышку, и будем разбираться, проблема или в плате, или в реле. Так как она работает, то, собственно, будем смотреть именно на явные признаки, может быть, каких-то неисправностей. Ну и, конечно, больше вероятности, что проблема с реле включения, коммутирующее реле, потому что при длительной эксплуатации возможно подгорание контактов. Сейчас будем разбираться. При осмотре самой платы, ну, явных признаков каких-то трудностей не нашлось. Более того, я вот здесь этот разъем снимал и проверял, не хорошие ли контакты на релюхах. То есть это у нас есть, да, проверял контакты и проверял, работают ли все реле. Вот этот разъем — это управление реле всеми четырьмя, один из них минус, ну и плюсы. Снимал, подключал 12 вольт через обыкновенный блок питания. Вот у меня есть обыкновенный блок питания на 12 вольт, реле 12 вольтовое, поэтому я в розетку 12 вольт, и у меня получилось, это блок питания от какого-то модема 12 вольтового, 12 вольт 1 ампер, по-моему, мне так кажется, 2 ампера максимум. Значит, и вот эти провода тут, например, коричневый и красный. Ну и вот здесь я, правда, отдельно снял и отдельно подключал прямо на, прямо сюда. Брал контакты и клац-клац, все клацает. Значит, проблем с реле нет. Проверял сопротивление. Так, на малых напряжениях, ну, тестером, в принципе, показывает, что сопротивление 0. Однако, тут самой большой трудностью было снять эти крышки. Они фиксируются, смотрите. Вот здесь есть два таких усика. И вот здесь внизу тоже два усика. Получается, оно защелкивается. Вот тут защелкивается. Нужно с этих тут нажать, снять. И вот здесь тоже поджать, снять. Для того, чтобы снять, мне пришлось тут два винта открутить.
стенку отодвинуть, и тогда был доступ, чтобы снимать все четыре крышки. Я снял все четыре крышки для какой цели? Хотя проверил, и сопротивление контактов в принципе нормальное, но я взял и все контакты зачистил. Зачищал очень просто. Там, где есть доступ вот такой пилочкой для ногтей алмазной, подставляем и прочищаем. Где нет доступа, в каждую из них неудобно. Но я снял эту, отдельно она отодвигается. И что я делал? Смотрите, взял кусочек наждачной бумаги, вот такой, не крупной. Вот у нас здесь есть замкнутый, нормально замкнутый контакт. Есть разомкнутый, но разницы нет. Значит, смотрите, я кроме того, что пилочкой, но пилочкой не везде есть возможность, только на крайних, во внутренних нет. Значит, вставляем в зазор, поджимаем одним пальцем, придавливаем. Я сейчас одной рукой держу камеру, поэтому мне неудобно снимать, но контакт одним пальцем или одной рукой придавливаю, а второй зачищаю. И так каждую поверхность. Здесь получается на трех контактах четыре поверхности. Вот я одной стороной прочистил, в этот же контакт другой стороной тоже придавливаю и прочищаю. Теперь нижнюю пару вставляю в середину, теперь уже давлю вниз и тоже туда-сюда чухаю и обратной стороной. Получается 4 операции на каждую релюху, и так сделал со всеми 4 реле. И это помогло. Проверить это мне оказалось сложно, потому что у меня напряжение не 180, у меня в сети 235 вольт. Поэтому я живу рядом с трансформатором сетевым, поэтому у меня всегда завышенное напряжение. И мне в этом отношении не просто получить низкое напряжение. Но я это смоделирую, подключив его через последовательно через сопротивление. Подам, здесь у меня есть сопротивление 390 Ом, оно 100-ваттное, выдержит даже при подключении с нагрузкой. Как я это сделаю, сейчас покажу и посмотрим, как он реагирует на падение, на нагрузку, на падение напряжения. Сейчас все покажу.